Было 5 Мурана. Один продали, один подготовили. Сейчас будем его продавать, расскажу подробнее. И осталось еще 3. Один 21 года черного цвета, один 22 года черного цвета и серый 19. Причем не серебристый, а именно серый. Кому интересно, примерно месяц-полтора они будут готовы, поэтому напишите, расскажем о них подробнее. Погнали по этому автомобилю. Привели его полностью в идеальное состояние. Здесь нет ни одной царапины, притертости, скола, вообще ни одного момента, за который может зацепиться глаз. Автомобиль прям без преувеличения в состоянии нового абсолютно. Диски стоят 20-е, с дисками та же история. Нет бордюрки, нет царапинок, ничего, ни на одном диске. По резине остаток очень хороший. Кроме этого, по нему сделали антихром, причем это в Америке распространенная очень вещь. На многих автомобилях она присутствует, и, соответственно, на нем уже выполняли мы. По передней части забронировали фары. Обратите внимание, кто ищет вот именно Мурана, посравнивайте, это рестайл. Их дилер успел завести крайне маленькое количество. В чем отличие? Здесь стоит билет оптика, светит вообще шикарно. И изменен бампер, решетка. Все остальное в целом плюс-минус. Еще небольшие доработки были по подвеске и, по-моему, по двигателю, если я не ошибаюсь. Но там ничего какого-то сверхъестественного сделано не было. По салону давайте заглянем внутрь. У нас велюр Алькантара. Кто любит, тому однозначно он зайдет. Зимой не холодно, летом не жарко. Ну вот и такая логика. На ощупь очень приятный сам по себе. Внутри уже русский язык, поэтому сядете, поедете, не будете думать о том, как переводить и так далее. Давай назад тоже заглянем, Сереж, покажем, что у нас сзади. Сзади у нас чистота и порядок. Навели здесь просто царский марафет, не побоюсь этого слова. И вот так все это выглядит. Весь пластик как новый, нет никаких потертостей, царапинок и так далее. Дальше по автомобилю рассказываем. По повреждениям наверняка многим будет интересно. Автомобили мы покупаем с аукционов в Америке, берем всегда с минимальными повреждениями. И здесь у нас было два момента. Удар был по задней части, причем автомобиль толкнули, и кроме этого он пострадал по переднему бамперу. Здесь все в порядок привели, фотографии сюда вставим, что там именно у нас было. Посмотрите, кроме этого ВИН в объявлении будет, поэтому легко сможете его найти на аукционе и посмотреть своими глазами, убедиться, что все так, как есть. Покрасили сзади, покрасили спереди, ну и, соответственно, как я сказал, уже убрали все вот эти недочеты по кругу автомобиля. Вот на этом в целом все. По днищу состояние идеально, автомобиль беспробежный, ездил по идеальным дорогам. То же самое, кстати говоря, и с подвеской. Нет ни ржавчины, ни каких-то других моментов. Загляни, кстати, вот можешь показать, в каком состоянии диски, колодки. Вот прям наверняка многим это будет интересно. По двигателю то же самое, без нареканий. В общем, автомобиль действительно в идеальном состоянии, поэтому кто ищет, обязательно приезжайте, смотрите, и он однозначно вам зайдет. Теперь по цене. Цена будет в объявлении указана. Жадничать, я уже говорил, что в предыдущих историях не будем. Ставим его по низу рынка, но по низу разумному. Посмотрели все варианты 2021 года, которые были в целом по всей России, не только по Новосибирску. И все, что не утопленное, все, что не бито в тотал, все, что не бито серьезно, оно все стоит значительно дороже. То есть у вас будет реально низ рынка, поэтому смотрите, предложение интересное. Еще не сказал по пробегу. Пробега у него 57 814 километров, поэтому пробег тоже небольшой. На кузове у нас керамика по кругу, соответственно, вода улетает, блестит он просто нереально. Ну и в целом допов здесь примерно на 150 тысяч рублей. Поэтому, если вам нужен идеальный автомобиль, которым уже ничего делать не нужно, в который вы действительно сели, поехали, если вы стремитесь именно к идеалу и нравится ездить на машинах, которые ухожены, вот ваш вариант. Приезжайте, смотрите сами, с подборщиком, как угодно, и забирайте. На 100% уверен, что будете довольны. До встречи!